25 минут это если ДПС очень сильный. 30 минут это если ДПС мал. Бля, в натуре? Это круто. Да. Пиздец. Тут же дай нам бой еще дольше идет. Там есть берса, там берса 30-40 минут. Это бой сложный, 5 фаз, ты чё гонишь? Короче, у вас посреди боя люди говорят, ладно, мне пора там на работу, мама компьютер. Не, ну просто когда-то в Вове не было нубов и вагонов. Все 25 человек были на уровне меня. То есть ёбки, что ли? Ну, может быть и у ёбки, но главное, что они играть умели и ебашить. Джедом почему дольше? Там же 10 минут боли, там 15. Там у него 13 миллионов. Не, каких 13? У него 15, да, 15,5 миллионов. Блять, у нас, по-моему, у нас в 10 обычки ЦЛК, блять. Чтобы ты понимал, если, если на БК у босса 15,5 миллиона, то то же самое, что если бы у Лича было не 100 миллионов, а 150 миллионов, и бафов не было вообще. Вот так. Блин, прикольно, если бы объединить в Лича тактику на профа и еще как-то. Олег, а есть еще место? Или ты кикаешь, они вернутся? Они АФК, поэтому он кикает. А в Личу вообще? Мне бойники уже не нравится, там дракончик юзает, это щит как антимагия, типа ОДК, да? И все встают. Там тоже, не, на Кингляне тоже 5 фаз и есть профаза, как на Личе, то есть получается всего 6 фаз. Смотрим, Димон, там, когда откроется Лич, там гильдия КГБ, если убьет Лича, ой, не Лича этого, или Дана, то тогда пойдем в КГБ. Это Олег, дай пати, я здесь. Если ты слышишь, я не Олег. Да я, не, смотри, Дима, я не сейчас 21 числа открывается или Дан. Они его будут фармить где-то месяц, ну полтора, это точно. Куда? Тебе надо убить эссенцию, души, гурток, кипящая кровь, матушку шахрас, всю эту консулов, где надо 4 одетых танка. Эту всю парашу тебе надо пройти, потому что не дано бить. Там не месяц. А там есть матушка Джериона? Нет. Очень жал. А КГБ это кто, французы? Нет, русская КГБ не это, блядь, короче, в СССР такая была хуйня. Не, а чья-то гильдия русская? Ну блин, подумай, если КГБ это было в СССР. Мало ли. СССРская, блядь. КГБ это как бы... КГБ это как бы у нас. Че, я бы хотел Келя бы побить. С Келем намного бой динамичнее. Я бы хотел Джериона побить. Чем с кем? Там с Иллиданом, по-моему, блядь, поинтереснее, чем с Келем. Не-не-не, с Келем интереснее. Ну он интересный, там где вот типа оружие вот это, надо же его разобрать, блядь. Передан сложный бой, очень сложный бой. Там, короче, ты представляешь? За туп это пиздец. Представляешь, там пятая фаза какая, да, пятая фаза, и все, кто-то умирает, и все вот эти 20 минут боя просто в никуда. Я кучу тогда возьму на себя в этом остальных. Да, да, я вытяну командира. Маните мага. Нет, там на пятой фазе ты можешь сдохнуть, потому что с тобой бьет еще мэп. Там если минус 2, то уже все можно помнить. Нужно выбрать цель. Экономить ману. На пятой фазе, типа, рейду мэп еще помогает бить Иллидана. Она бегает, там что-то у него кастует, клетку на него кидает. Наверное, если в Лича объединить способности профессора, потом Везекса и кого-то еще, то получится Халеон. Ну, то получится, да, Халеона. Ой, не Халеона, этот как его. Или Дан. Блин, Или Дан еще требовательный к танкам, ну, к сетапам танкам и к сетапу хилам, он очень требовательный. Там... За сколько сейчас можно купить жесткий диск гигов на 200, там, самый такой стрёмный? На 200 ты не купишь их, не продаешь их, да? Блин, ну у меня просто, короче, что, у меня всю неделю не было, я, ну, короче, при перевозке компьютер уронил, походу, жесткий повредился, и теперь он синий экран выдает. Жесткий, если он тебе синий экран выдает. Это винда, конечно, повредилась. Жесткий ни при чем.
В смысле жесткие, причем там самая эта фигня, самая хрупкая, это жесткий диск вообще-то. Если бы жесткий повредился, биос не запустил. Биос. Да нет, смысл в том, то, что, короче, Данила, смысл в том, то, что ты сидишь такой за компом, пользуешься им, пользуешься, да, там, и он такой через 10 минут хуякс, короче, блюскрин, и там написано, что поврежден какой-то драйвер, ну, блядь, естественно, это жесткий. Это скорее всего не жесткий диск, а порты, к которым он подсоединен. Скорее всего, это твои материнские платья, жоп. Я не знаю. Угодно, вплоть до того, что просто ты попал какой-то вирусный автомат. У меня Windows, смотри, получится у тебя это устранить или нет. Да, короче, да, у меня потом уже перепробовал дохуя, но пришел к выводу, то, что нужно сначала переустановить Windows, будет и заблокировать места, поврежденные на жестком диске, сделать дефрагментацию и прочую хуету, короче. Вот. Это что, ты с листочка читаешь? Да. Ты объясни мне, зачем, с чего ты взял, что у тебя жесткий убитый? И что значит? Блять, потому что самое хрупкое, то, что есть в компьютере, это, блядь, жесткий диск, нахуй. Мне кажется, самое хрупкое это мозг самогона. Блядь, самое хрупкое это пизденка твоей мамашки. Ну началось. Эти слова его уже просто зайти на пал и такой нахуй из гильдии, и ЕП ему не возвращать, и ГП, сука, еще накину 5к, дебил ебучий. Нахуй ты, Джерри, он про себя так говоришь. Точно. Хуя у Джериона бомбит от меня, ебать проститут. Слышно меня? Да, здорово, слышно, привет. Привет. Да, Джерион, ты ему ГП накинешь? Конечно. Давай. Олег же разрешил. За что он мне ГП накинет? За то, что ты выражаешься нецензурно в рейде, где есть девочки. О, Джерри, он тоже сейчас слышал, как выражался, значит, ему тоже ГП, давайте наймем. В это время девочка пошла в капы, поэтому все можно. Какая разница? Большая. А кто тут девочки получается? Войд, псих. Пошли. Ну, по голосам можно только пимпл поставить на девочку. Лол. Пошли бить босса. Кто тут у нас? Назгул, иди танчи. Маски не гунь. Блять, нырнул. Это вторжение. Паладины, пораздавайте бафы. Кулаки кто-то раздайте. Кто еще не бафал? Каски бы. Каски, помни, кто-то бафнул. Мне нет. Пока, да, экстрима. Ну кому давать? Ну я тут один мат, по-моему. Которому можно дать. Да тебе за то, что ты рвешь меня там этим. Да я бы помогал, если бы не метил. Но правосудие потрешил. Не тот таунт и потрешил. Ниф на без. Особенно когда они появляются. Не, и когда он еще красным становится, я подхожу станет. Я оценил это на леди, как Олег играл. Я только начал, я в 25 уровне убил шахты. Рядом с танками. Мобы появляются, врубают крылья и сразу всекает. Все мобы на нем. Я сижу чисто и выхилю его. Ну да. Кто-то танчит. Правильно, неизвестно. Два танка, три моба. Дайте пристыбов. Так, кенпим босса на разгул. Первую копию, диплом вторую. Где пуляй?
дух. Упал Малиф, мой нежный гель. Двое сильнее страдания. Так, если в чате будет 10 плюсов, что вас самогон запарил, я кину ему мут. А если там так, 10 плюс, 2. Не один самогон, а штук 10? Упал Малиф, мой нежный гель. Джерри, он гей, в натуре поверь. А можно не досчитывать плюсы, просто мут дать и все. Еще два плюсика нужно. А зачем они по второму разу плюс ставят? Чтобы я тебе мут дал. 9. Я на 9 уже кинул. Бля, я забыл сказать, что надо бэрить танк. БР. Можно рост дать. Да кому рост? 20 человек? 15? Да дыми, Янг Пимпа. И да, потом выбирай босса. И прожмись. Твою гимна отхил. Это вообще затащил. Хорош танк. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Блин, рыбы нету, так что а ставьте сами. Руководил кровожадный Заритрия. Эти горы есть. Мне кажется, нужно спрятать Лоран, взять рыбу за банку. Вначале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Так, я бафнул 300 баф, бафать остальное. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Все, давайте, начинайте босса бить. Надо. Самогон обрывался. Ты ж пошел с 0 хп. Нормально, без стресса кончи. Нормально. Самогон, у тебя не было хп. Как он самогон удивляет, о чем мы его отзываем? Ладно, ребят, всем пока, счастливых, до свидания, пока. До свидания. Дачки. Ну я пафу. У тебя было 5 кхп там сколько-то и ты пульнул. Он дебил просто.
А, Инту не дали маги. Я по себе дал. Здесь ты умный. Спасибо. Так. Свет хилит антистоп. Тьму хилит все остальные. Четвертая пати остается добивать големов. Антикинишь СС на дисрапта. Так. Первая пати дамажит тьму. Янг Пимп танчит свет. Назгул танчит тьму. Диплом танчит трэш протопал. Есть у кого-то рыба? Бафы по вару можно, там крестобаф, ой, крестобаф, лапу и вар. Ну, не, не бегай ты с этим. А я типа ТД, да? Да. А, подожди. Да, да, еще Void Heal, диспелишь свет, Сатерера, диспелишь тьму. Напишите в аркану, кого вы ролите и куда кидаете ЕП. Самогон, ты на какого ДД ролишь? На Фрост ДК или АДК? Ну что, там разные фотки, что ли, есть? Так кольцо не? Или не надо? Разве по-моему говно это кольцо? Ладно, заходите за линию. Лапу обновите еще. Дух. Интеллект, дух повара. Диплом раздай прото всем. Там и встрелит лес. Шана, ну как ты думаешь? Ну коту, ханту или... Ну если ты в четвертой пати. На палитру, да, мастерил. А, да, готов, я не туда тыкнул. Стал, закидай пока, да. Крест к хантам. Ваня сейчас просто первый по дамагу. Да не, вряд ли. 3-3. Все, начинай этот нас начинай. Крест по хантам. Ирана, зайди в квадрат. Бежали метеор. Так, нужно брать два этих квадрата. Зипер метка. Так, ну Квин, давай, живую бомбу на череп. Дай крест по анту. Лирана метка. Пошли. Так, выноси скрип метку. ДДК на азбу, заходи сразу, прожмись. Рейд заходим, четвертый пати остаемся добивать голема. Череп бьем. Герцедин, не выноси. Беги, малышка, беги!
Заходите. Быстрее заходите. Никого. Уже не заходите. Зипер мелко. Пока. Спасибо. Че стоп тут? Стоп, че ты не зашел? Заходи, стоп. Ты не вылетел, да? Нет, нет, здесь я здесь все лагаю. Не заходи. Не заходи уже. Я вижу, вижу. Просто пойдите. Уже не надо заходить. Отойди от Халиона, селфи, шмарон, выноси метку. В свет выходим. В свет, короче, выходим, рейд. Хватит квадрата. Так, давай рост. В свет рост. Так, аквариум назад. Медлики отошли в квадрат. Убежали метеор. Во тьме дали рост. Так, давайте, сыграли большого. Диплома, отводи трэш. Отведи трэш. Отводи дальше трэш. Во тьме давайте рост, заливайте трэш в свету. Дальше отводи трэш. Дальше. Ты видишь, что он растет? Танк упал. Давайте зайдем уже. Сколько еще таких героев? Сколько еще небеса? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? А че он упал? Сколько еще есть детали таких героев? Кто худих, кто вот. Вот. Мол, сейчас Рахирим должен линкануть. А че слезы не во тьме? Все нормально, слезы. Да слезы не все нормально. Так. Че это значит? Это значит, что он не прижимается? Да нет, это непонятно. Турик, это бесмонтовая. Может быть, хилы не справляются? У меня несколько раз, периодически, раз 5 я заметил, выскакивает надпись красная такая, ну, стандартная. Низкий уровень здоровья, то есть это вообще жопа. Это не то, что у меня там полпланки хп или как-то, то есть у меня там уже 2-3 кило остается. Я ничего не помню, что он сказал. Ну, типа, очень часто нету. У него хп опускается до 10. Ну, это нормально. А места чешки есть? Этот клык у тебя? Нет, кота нет. Нормально. У него ДД кольцо, можешь мне БДК зайти? Я, по-моему, не первый раз танчил эту тьму, и проблем не было. Ну и ты не первый раз уже патаешь, по тьме. Ты танчил на форте. Ладно, давай еще раз, если будет такая же херня, поменяем. Ходите за ними. Смотрите, просто кого-то другого. Стрим, где ты? Псих, давай инту. Да иди отсюда, экстрим, баф не интеллект, пожалуйста. Спасибо. Певчи, дай ГП ему, что он не хочет бафать. Блин, меня потом Влад убьет за бафа. Так, все готовы, начинай. Совен, Starfall на трэше давать? На мелкий? На назву давай. Кто это говорит? Кто у тебя? Это мёртвый. На голос, кстати, похож. Да не мёртвый. Ты полезный. Беги, малышка, беги! Бежали. Через 16% у нас было детишки.
сиди, монетка. Прожимайся, через огонь заходи. Бьем трусы все. Если посмеете. Он купал. Чё ж сказал, прожимайся. Я прожал на зубинку. Ты не мог умереть на зубинку. Он, наверное, завязал ее когда перед порталом. Да, без разницы, она остается. Серьезно? Серьезно? Раньше не осталось, чтобы умереть. Не остаются бафы от других игроков, типа там МК такого. Ладно. Свои спекайте бафы все остаются. Спекайте Ваню в танка, а он в ДД будет. Не повезло тебе, Ваня. Зайду на танка, чтобы Ваня остался в ДД. Ну, блядь. Зайду логично. На товар, чтобы Ваня остался в ДД. Чёрт, не поздно. Нажимай, не заебнем из кровати, вот. Отойду на минуту. Что? Я сам сказал, отойду на минуту. Я ничего не говорил. Да ты. Чё ты прожимал? Только не заебнемость. Не заебнемки хватает, я в первый раз зашёл нормально, не сдох. Да блин, если бы взял незыблемость, а я убил тебя. Сейчас напряжал незыблемость. Я говорю, под незыблемость нужно 4 удара получить, чтобы умереть. Точнее, пятый удар уже будет. Ну ладно, ты зашел там не под фул хп, ты под лужами пробежался. Ну, 3 удара. 3 удара — это 6 секунд. А ну прожми не заебнемость сейчас. Не могу. Олег, ну это слишком. У него рун нету, он не сможет прожать. Да, могу, конечно, усиление рунического оружия отдать, не смысл. Ну вот, видишь, у него нет КД. Прожми это руническое оружие и прожми незыблемость. Да зачем? Он как будет агро набирать? Так он только что сказал, что он может зависать. О каком КД ты говоришь, если я давал истерию, у меня КД 3 минуты, блин, у меня сейчас ни одного нет этого. После смерти все КД, ничего? Ладно, спекайся, владыка. Если 5 плюсиков в чате будет, чтобы размутить самогона, самогон я тебя размучу. Назгул, спекайся, ВДК, палитра в БДК. Тогда палитра будет танчить двоих, Янг Пимп, Тиму. У вас сколько плюсов, спасибо, братишки. Янг Пимп аж 5 поставил. Я Тьму, да, говоришь, Олег? Олег. Окей. Ладно, Бивара возьму. Повезло ему. Поставьте шкаф. Зачем вообще Рахирим нужен гильдия? Ну, для атмосферы. Он когда лечил... Ой, этого Сурка убил, он потом писал, что он лагает очень сильно. Так я знаю, я что... Кадыстр сегодня. Давайте бафы поварам. Дедвар, палитра. Все готовы. Заходите за ним. Да пристабаха нет. Ну вот, держи. Все, иди начинать. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Попробуем остаться на этой стороне.
Клайман, ты отдал звездопад? Да. Побежал, да. Киннеры, Энпим, заходи, Рейд, заходите, бьем трусы. Помоги бейбуса. Ну, в смысле этого, Вильям, я не буду. Ничего страшного не будет. Так, заходите в тьму. А зачем ты в тучке заходишь? Очевидно же. Стол. Мне кажется, ты просто не знаешь. Чего? Мне кажется, ты просто не знаешь, есть лезвие или нет. Есть. Он ману регенит, просто вы не шарите. Ждите, влезу. Все, выходим. Столб, давай рост. Катание центр не забудь. Чарлочка, нет. ССКД. Побежали. Вот мне даем рост. Мы уже в рейде, давайте в квадрат. Диплом, выноси метку. Тьма, давайте рост, свет, бьем трэш. Танк умер. Да, нет. Давайте в лузу заходим. А, сейчас бы в 2018-м РСК падать. Проблема не у нас будет была. Слушайте, я только запутался, вот меня сейчас на ДК спекнули, а мне надо было все пойти, нет? Но зато этот ДК не умирает, когда заходит. Да, нужно было. А ГП будет? Ну так а за что ГП? За что ГП? Смерти. Ну а кто умер? Ну, типа я могу умереть от метеора, сказать, что я завис. А, ты прожили все завис. Ну да. Я думал, ты про танк. Да танк а зачем? Чё там? Блин, блинканите. Можете просто линкануть, сколько не было хила по этому. По танку, если там больше, чем 1.5 секунды, то и хила можно кинуть ГП. Так, ну там как бы... Смотрите, детали смерти. Ну,
полторы. Сейчас посмотрю. Халеон 31, 29 через 2 и 7. Через 2 и 7. Но это между атаками Халеона. Ну да, там за секунду 2 удара. Плюс еще это. Да. Я просто двинулся немного от лужи и... начал поспать, уже не успел. Стол цепухой, танка и башит. Хорош. Стоп, ты можешь хилить волной исцеления? Да, я в основном ее хилю. Оп, в танка ее можно не кастовать. Бля, АФК одну секунду. Да, ну, посмотрим. Там 12 волны. Просто баф дайте, пожалуйста. А, подожди, столов же цвету, да? Угу. Нормально, по сути. У кого 10 секунд прошло? 20. Не повезло просто. Все заебись. А, блин, Янгпим же во тьме. Чего вы линкуете? Ну да. Линкуете? Он не умер, у него все в порядке. Я смотрю на палитру, смотрю, столб его хилит с пухой. А есть ли... детали смерти этого Янг Пимпа. Так я тут при чем? Он не умер. Ваня упал. Ваня умер пол литра. А, Ваня умер. Чё до меня, чё вы до меня доебались-то? Что такое? Ладно, заходим. Тебя не люблю. Тебя тоже не люблю, иди нахуй. У нас Сету, оказывается, танк умер. Ну тогда у нас Сету танк умер, вообще-то они во тьме. Не знаю тогда. 40% было. Я стою, я, блядь, как кремень. Да. Все готовы, давай. Ты начинай. Кремень. Человек камень. Диплом раздай, брат, а ты все равно ничего сейчас не делаешь. Я стою как Мерви. Дохнул с двух ударов, да? Пошли. Танки, танк. Метеор, давайте квадраты. Классно. К сожалению, уже не в рейде. Можете не убивать. Чтоб нам вынести метку. Заебись. Это как? Это магия? Ты встанешь там? Нету мне когда. Побежали метеор. Бейте Халеона в глаз. Надо Халеона вынести. Уже в рейде. Заходим изначально с той точки, с которой мы всегда заходим в метеор. Ротацию делаете, вот с квадрата заходите. Видите, Ром. Щелочка метка. Заходите. Ой-ой, вы хилить будете? Диплом, не двигайся. О, ну да. 46%. Столб, остаешься во тьме хилить. Мелкая лужа.
Ну, он... Вряд ли он трупом бегает. Ну, ты похилишь один тогда. СС, блядь, забудь, да. Так, смотрим ложу. Дебаф. Зиппер. Выходим в свет. Дайте шаману попять, пожалуйста. Жрить, господа, ты разлагал? А, ну подожди, пока ты раздуплишься, через 20 тысяч минут скажешь. Кому вам подать? Шана, а, ты зайдешь в свет? Да-да, сейчас я зайду, я подвис сам немного. Побежали, метеор. Не давайте рост, кстати, не надо ничего делать сейчас. Цветы вы даже не было. Хорош. Не сразу понеси, давай вернем один архив. Бьем только Петрович. Никому маны. Анти заливай маны. Анти или толп? Блять, я анти заливаю, сука, что не видно, что ли, пиздец. Каплю дайте на палитру. Давайте квадрат, побежали метеор. Диплом, давай каплю на палитру. Геру давать? Да. Давай Геру. Поддерживай на семи. Диплом, давай Сакку. РДД, давайте. Нет. Большого гнева быстрее слить. Урон наносит по танку. Или он тоже не на струн. Спасибо. Шанга, выноси его. Дисплей. Мункин, прожмись, сейчас сорвешь. Ну а что, что жать? На ману. Ой-ой-ой. Добежали. Сколько еще таких героев? Лобу ману залить. Нечего жать, дайте сальду, что ли. Давайте, в квадрат. Вот, давай гимнахим. Красивый дисплей. ГТС меня скинула и убила. ГП. Ладно. Ну, големов, наверное, не забили. Лаймон, подам. Не, не, давайте упадем. Да не, давай, блять, там... Ай, молодец, держался до последнего. Сейчас я задамазываю. Сколько еще таких героев? Какая-то поебель происходит. Может, не повезло просто? Да может быть. Сейчас, наверное, лучше будет. А мне зачем? Тейка, что я прожму от игра? У меня копии КД. Инвиз. Инвиз КД. КД его. Алинка не ХПС с этим, с этой репо. То есть, Дима, ну конечно можем завагать, ты там копию прожмешь под этот. Потом я на себя нагрю, если ты не умрешь. Не играешь в свету, не заходишь в свет вовремя. Алейка, мне просто там... Меня ж не захилили, меня ж метка убила, чисто метка. Ты глянь даже детали сверху. Олег, мне там с этой репо пишет похилить. Пусть он ШП там. Это нам поможет сейчас. Ну он говорит, кто бы метку убил. Бля, ну меня хуёво вообще во тьме хилит, блядь. Конечно, у него манна кончаться будет. Есть какого-то. Могу на РДРУ зайти. Да нет, тихую не канает, там надо мне тоже в пятой группе быть. Есть РДРУ. РДРУ. Сейчас сколько хилов тьму хилили? Чё-то, блядь, так хуёво захиливали, блядь. Была еще и метка. На ком? На шамане. Да похуй, лагай, лагай, я сейчас все захилю там. Так. А как Шанан убил? Шанан, да. Но его мелкий трэш убил. Мелкий трэш убил его на первой фазе. Ну, а там еще не написала в конце, там у него оставалось 1% хп. Нет, на него сначала кинулась метка, а потом его убил трэш. Ну, и зачем ты, Шанан, мне сейчас говоришь про то, что тебя убила метка?
Блинканул, что пылающая метка убила, не мог бы же. Метка не может тебя дамажить. Охуенно. Да подожди, жрец, подожди, что ты паникуешь? Что ты поменяешь сейчас местами? Сатарарипы. Давайте поменяем. Сатарарипы больше на дамажит, ты меньше на хилишь. Нет туригов. Через ПТ ты будешь дальше лагать? Могу на друида зайти похилить. А он пусть в демон спекнется. Через ПТ ты тут? Еще есть у меня. А шаманом не могу, потому что Влад потом забьет за то, что я кнопочки переставил. У тебя пинг 7к, ты пишешь? Нет. Кто может зайти на рестер шамана? Он на рестеру зайти. Там хилить танка надо. Ну чё? Лучше тогда паладина еще одна. Уже есть холиприз, который дает такой же дебаф, ой, баф, как и шаман, на уменьшение физического урона. Да он во тьме. Дружка, не захилишь танка. Во тьме был. По 10 тысяч хилит, по 15. Или... Да, я кого хочешь захилю. Или холипал. Холипал, когда? Холипал, классно. Могу я дру только. Или ДЦ. Ну, как вариант, чтобы во тьме два эрдру Холи Прист на Святой Эршамх пал. Ну да, неплохо, кстати, был. Ну. Ничего будет танка. Надо будет психу танка усердно хилить. Ему 40 собьет, два друля 30 дадут. Да, я легко могу отхилить танка. Холи Пала зайти не может, твой тогда ШП и рыли псих. Блин, ну ты нормально придумал. Может, жри этот ПРЛит. Как его хотел сказать, жри СПД. Чё, Лекс, давай зайду на эрдру. Сейчас, короче. Танк не упадет, наверное. Сейчас, подожди. Могу, конечно, попробовать на эршаму зайти, но это слишком трудно. У кого остался ХПС? Посмотрите, сколько у меня у матрёхи тикает. Природная тика, сколько хилит природное прикосновение или что там? Прикосновение пока природы. Природы? Да, 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 сколько хилит? Ну, крит максимально 11к. Ну, вот это я буду хилить танка им. Блин, у меня учил десер хилит. И второй друль 11. Блять, давайте уже что-то делать, вы заебали стоять. Захожу я на друида, отстань. Ну, учитывай ход еще. Плюс учитывай то, что... Меня десер учил хилить. А жрец ПД чё, вторым элемом, типа, ебать. Кстати, шаман хэпал не намного сильнее хилит. Во тьме там заебись хотами, а рядушкой вообще заебись. Хотами ты рейд держишь, а танка-то чем? Хотами. Танк тоже хотами. Друид это есть хоты. Банк? Интересно, попробовать будет, конечно. Я зашел, Олег, у меня теперь загружается 900 человек гильдии. Да, понятно. Жрец ПД, ты тут? О, лично я зашел. Ты разлагал или нет? Ладно, тогда покидаешь группу.
Пусть он идет типа пятым хилом. И все, если он умрет, то пусть умрет. В центре умрет с меткой. Это пиздец будет, конечно. Как же говорил, когда я БДК начал трэш, и я почему-то не умер. Какой трэш? БДГ? Не, наличие. Ты умер там раза два, блин. Я ни разу не умер. Я, по-моему, умер. Нет. Бурей там развернул этого шаркаря. О, даже фласка есть. Выпью. Ну, без гиры быть мне будем. Можно хорошо, будет дать геру, типа, одному шаману перед тем, как он выйдет в свет. И будет просто две геры сразу. Что-то ты придумал. Может быть, Олем уже пойдет во тьму для геры? Либо да. Олег, мой маг подойдет? ДД. Во тьме гера не особо-то нужна. И где те рейды, которые мы по 8 РС за неделю убиваем? Ну вот, третья. Нужно утешение одевать. Бибоб, 2 минуты курить будет? Нет. Не знаю, я почему-то хилю покровительством по 16к. Ну, может она не по обходной цели кастовала. Не, по танку, танк-то всегда обходаны. Не знаю. Вообще, да, вроде 15к должен быть крит. Симал у меня по 16. Стоит, да. У меня тоже симал стоит на него. Симал, крита меньше. Сейчас зайдет маг, начнем драйвить. Подождите. 2 минуты. Жесть. Зайдет маг, начнем драйвить. Это нахрен, да как будто алчат. Ну а шаман хэпал критует по 20к. Ну и чё, не сильная-то разница на 4к. Но. Но у шамана и хэпала нету дот, ход точнее. Ну так они только так, танком есть. В принципе заняты. Ну и чё, я буду только хили танка, да и всё. И диспелить, и метки выносить, не забывай. Да это не трудно. Диспелить, то есть холи принесли. Я могу больше всех хилить одну цель, это холи пал. Травма или Теренас? Травма. Теренас, правильно. Не надо Теренас. Зачем? Ты что там? Чек на пол. Хосты больше. Травма отхиливает, офигеть. Дайте бафы по друиду. Каску, интеллект. Пожалуйста. Псих баф не лапу. Да регов нету, отстань. Дайте приставов. Палитры нету. Ваня, Варенька тут. Лола, дай маны. Да, тут. Заходите, заленимся. Я на пинг начинай. Первую фазу можно не хилить? Можно. Да диспельте, я буду здесь. А диспель сам. А сам не можешь, что ли, диспельте? Сейчас брать и попросить диспел, да? Чё-то распалом. Ловочка, метка. На коне просто бегу, не знаю, ничего. Чтобы потом слезть с него. Диплом нет,
ДДК, заходи, хилы, заходите, РДД, добейте мелкий трэш, подожди. Бейте все ромбы. Заходите, пацаны. Означает, что вам надо заходить. Пятьдесят два, если что. Так, выходим, свет. Драмалик, подымай. Давай рост в свету. Псих, залей, мам. Себе залей. Молочка, нет. Почему нельзя назад выйти? Бежали мы тебя. Идите танка. Диспенс, нету диспела на панели. Метка, диплом, давай, Сакру. Оу. Зачем ты в лезвие зашел? Хорош. А, наверное, свет упал. А там на свет упал. Потому что свет упал, тормозы. Тормозы. Сам ты тормоз. Не так все и плохо. А че свет упал? Ну, потому что там танка уронили. Вон, вы чат не читаете, написано палитра. Могу вместе с Санти. Могу Санти захилить свет. Кем, друидом, блядь? Ну да. Да не. Чем ты там хилить будешь? Ход? Ход и покровительство. Кажется. Ну покажите детали смерти палитры. Чё там вообще? Не хилится, не танчится, не дамажится, не прожимается. А кто сказал, что у меня там на панели нет? Не спал. Я. Я просто редко играю друидом. Сейчас поставлю на панели. Так. 4 секунды до смерти. Столб кастовал волну. Давай похили свет. Просто он умер не на перебежке, когда уже все встали. Но я метку выносил. А чё, ДПС это хватит, респект не с ДЦ, там Олега захилили, и всё. Давай я похилю свет. Вообще охуенно. Да. Быстрена, щит земли. Быстрена опять. Умирает. Даже Сатара рэп обновление вышло. Ну правильно, волочки, надо еще соточку сверху. Что-то не
прохладная, говорится, чего-то нету. Не везет. Так что, я свет хилю? Нет. Жалко. Так, щелочка готов. Каску помогу, дайте. Каску по локам помогу. Все, начинай, я крепим. Смогу начинай. Смогу. Он зеркал. Вышел из зеркала. Смогу, он начинай. Да, все, вижу. Он пишет, напишет в чате, когда полагает начало. Сейва и БДК, когда на танке метеор, давайте квадрат. Когда она попал на сегмент, когда шкаплю, щиток, саку. Квадрат это шли. Иди дальше, хорошо. Да заеб. Да не, ну. У меня БР есть. Поднимай Вудхилла. Не заходи, Янпин, подожди. Как он не в руках? Пошел уже, я захожу. Находите, Рэй. Бейте, трэш. Маны, но ее само нету. Сколько там? 51. 50. Все, выходим в свет. Ну давай, рост. Тотем поставил. Поставь центр тотем. Дёрган, не сильно. Центр, стоп. Сатрара, подоспай, пожалуйста. Отойди куда. Прорэпа, выноси метку. Диплом отведи, трэш. Антромали, клаймы, взлети, и нас там будет. Беги, малышка, беги!
Стрэра опять нет. Встали в квадрат. Так, это было плохо. Побежали. Диплом этот мастан был? Да. Диплом обжимали мастан. Встали в квадрат. Ждите, трэш. Неголочка, выносить дневный огонь, ё-моё. Там есть свободное место. Давайте, играйте все в трэш. Бля, не-не, я, бля, частицу как-то проебал. Ой, блядь, я же, блядь, сука, нажимал точно не частицу. Где она была, нахуй? Мне кажется, надо анти в этому закидать. Я, блядь, уже устал. Жестко, наверное, там этот. Так, а чего умирали на первой фазе? Мелкие. Наверное, не на пули, я не знаю. Да нет, у вас не соображалки нету, чтобы подойти подальше. Или не хилить. Можно даже не хилить. В принципе, если ты рядом с боссом стоишь. Я на гильде получаю ИП. Ты писал? Да, писал. Блин, а хотел тебя обмануть. Не, я не против, если на антик останется. Так. Чего не хватает? Кристаллов еще нет. На бафу. Щелочка-то тут. Диплом не кидай на стан. Просто так, по мобу. Слышишь? Если трэш идет на рейд, кидаешь мастан только в кота или в сову. Ты почаще с кота забирай диплом. Ты лучше в кота мастан давай, потому что он танчит больше тебя, трэш. В принципе, да. Бибоп на третьей фазе, Starfall, давать или не давать? Когда большой, то все он... Падает метеорит, рэп перебегает, разливаются лужи, трэш выходит с этих луж. На пул? Трэш выбирает протопал и кот, и тогда юзаешь звездопад. Все. Если не дай бог, он идет на тебя, ты не стоишь просто в одной точке, а отбегаешь от него, и не под морду к боссу, а назад. Прожимая дубовую кожу, там, прыгаешь в мишку и так далее. Хватка природы еще есть такая штука. Когда ты никогда не умрешь от звездопада. Все, погнали. Ворвусь на Варлейне за такие фразочки, что мне делать своим классом, уже подавно кликнули из гильдии. Смотри, я экономлю свою ману. Представил, что мы бьем Эльдана. Бы сразу отъехал. Убежали. Ники на танке. Хороший станцию. Если нет большого голема, в рейде подводи в квадрат, трэш. Набежали. Смотрим,
пока заходит. Рейд заходим. Давайте рун добить. Метка сейчас. Ну, раз без крыш. Ну, давай еще раз. Повезло, что не убьет. Хорошая метка будет. Лежа в рейде, смотрим на него. Квадрат, видите, все квадраты дошли. Сложно с... Пизга, у нас и метка. Большого рейда у него. Назгал в хинте. Столбуман. Надо промалить, бей его сбука. Челочка, выноси его. Назад, 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 куча вместо. Куда ты несешь? Метеор падает в танк, перебежали. Давайте куда взять. Играйте по левому пока. Давай Сакру какую. Сатарера, давай гибнет хил. Диплом давай Сакру, если не давал. Мне ХД. Адермалик, подымай стопа. Лаймон, подымай щелочку быстрее. Играйте все в большом галеме. Ай, блядь. Падайте. Да ну и... Что у вас проблемы? С чем? Шаман не умеет хилить, не знает как. В смысле не знает как? Я просто через лужу шел и упал. Элементарно. Давай я похилю. Поэтому не надо идти через лужу. Дай давай похилю. Тихо похилю. Может там тот строй шаман разлагал? Не даешь просто, когда надо. Понимаешь? Эти просто похилит свет. Сейчас, подожди. Блин, там хили только протопаладина, да и танка, все. Друида, наверное. Четыре цели для хила. Типа этот МТОТ, этот кот и иногда рога, когда типа заканчивается на пульсе. Я тебе, короче, у меня микрофон был выключен, я тебе говорил, чтобы ты через лужу забежал в лужу, короче. Я здесь пил метку, и ты чернулся обратно. Не, я просто с Джеремом здесь спалил. А, так я тебя слышно не было, мне пришлось... Так я знаю, но типа, у меня микрофон был выключен. Так, что ты там хотел похилить?